Здравствуйте, меня зовут Лилия. Для многих не секрет, что Чехия предлагает бесплатное высшее образование при условии знания чешского языка. Если вам интересна эта тема, то очень эффективно будет озадачиться данным вопросом заранее, еще в средней школе. В целях подготовки к поступлению в чешский вуз прекрасно себя зарекомендовала программа среднего образования в Чехии, которая предназначена для выпускников 9 классов, желающих получить полное среднее образование в этой стране. Главной задачей программы является поступление в гимназию в Чехии, изучение чешского языка и максимально качественная подготовка к дальнейшему поступлению в чешские вузы. В связи с тем, что обучение в чешских средних школах длится 13 лет, после 9 класса выпускникам школ из СНГ необходимо учиться в чешских гимназиях еще 4 года. Окончание чешской гимназии дает определенные преимущества для тех, кто решил в дальнейшем остаться в Чехии и продолжить обучение. Знание чешского языка на очень высоком уровне. Аттестаты, полученные в чешском учебном заведении, не подлежат нострификации и принимаются во все вузы Чехии и Европейского Союза, в то время как аттестаты других государств подлежат нострификации. Нострификация предполагает сдачу некоторых дисциплин. Итак, город Брно предлагает следующие учебные заведения, отлично подходящие для россиян. Гимназия Глоуб, Академия Элда и отельная школа. Все учебные заведения аккредитованы Министерством образования Чехии как частное общеобразовательное учреждение и предоставляют отличную базу для дальнейшего обучения в вузах Чехии. Благодаря сравнительно небольшому количеству учеников в этих школах царит теплая семейная атмосфера, а преподаватели успевают уделить необходимое внимание каждому ученику. Учебные заведения предлагают обучение по направлениям: общеобразовательное, экономика, гостиничный бизнес и туризм. Такие программы предлагают компании, профессионально занимающиеся организацией обучения, размещения и проживания российских детей за рубежом. И стоимость такой программы составляет в среднем 4400 евро. Начало обучения в сентябре. Что же входит в стоимость такой программы? Визовое сопровождение, 80 часов изучения чешского языка онлайн до приезда, программа адаптации по приезду, годовой курс чешского языка при государственном университете, годовое круглосуточное осуществление помощи и поддержки в экстренных ситуациях, оплата обучения в учебном заведении первый год, представление интересов на родительских собраниях, переговоры с преподавателями об успеваемости и посещаемости вашего ребенка. Стоимость дальнейшего сопровождения 600 евро за год со второго по четвертый год обучения. Что входит в стоимость дальнейшего сопровождения? Продление визы, годовое круглосуточное осуществление помощи и поддержки в экстренных ситуациях, представление интересов на родительских собраниях и переговоры с преподавателями об успеваемости. Подробнее об образовательных программах, школах, курсах и университетах в Чехии можно узнать непосредственно у сотрудников этих учебных заведений и образовательных агентств на выставке «Обучение за рубежом» в Москве на Тишинке в марте и октябре каждого года. Ссылку на получение бесплатного электронного билета я даю в описании к видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До свидания!